Так, друзья, всем привет! На моем канале Деревенский Волчонок. Приехал сегодня ко мне в гости друг, охотник на лося, на вабу. Очень много подписчиков, телезрителей, проходящих, смотрящих канал, написали комментарии за последние 3 года моего канала и охоты на лося, на вабу. Пришла пора, и просьба такая у них. Хотелось бы, чтобы вы попытались добыть лося гладкоствольного оружия. Ну, вот, приехал друг, и я буду вабить. Он будет закрывать для своей семьи лося, вне зависимости, какой придет. То есть ему лось, не трофейные качества лося не особо важны. Ну, в большей степени, скажем, для семьи на мясо на сезон добыть лося. Вот, полностью своей семье. Выбрали с ним угодья сегодня. Сейчас вечеринка такая хорошая, зорка вечерная. Сейчас я ему хочу показать 2 места. Подготавливаемся, у нас еще охота будет через 2 дня. Приехал заранее. Сейчас мы провабим вот на таких красивых, шикарных, друзья, местах. Деляночки, там дальние сопки, болото, там канавами все побито. Вот, мы сейчас с ним пройдем, зайдем, подождем сумерки и начнем вабить. Будет съемка дальнейшая на тепловизорную гляделочку. Вот. И потом переедем еще в 1 место. Я расстроился там за весь сезон. Не было ни одного укоса, друзья. Это пойма, большая пойма реки. Я немного подрастроился. И сегодня едем прям как вот надо. Бас, бляха, и там все скосили, друзья. Поэтому я подожду, чтобы немножко еще погода поменялась. Попозже, буквально часика через 2-3, мы туда с ним попадем. Сегодня посмотрим. Завтра же с утра мы тоже поедем в разведку, но уже на лесные делянки, болото. Я посмотрю там. Здесь в большей степени такие болота, низины там всякие. Короче, ну, лось держится у воды сейчас в данный момент. Мы попробуем там канавы, не знаю, есть там вода, нету. Завтра с утра мы там попробуем провабить, но это уже будет другая история, другой фильм. Сегодня же предлагаю вам посмотреть, получится, не получится, выманить лосика постараюсь. Ну, хочется посмотреть перед охотой вообще, что какие лоси ходят, бегают. Вот, посмотрим, что получится, так что приятного просмотра. Все, погнали мы, короче, друзья. Сегодня чисто разведка по лосю, 2 места пробиваем надежно. Отзовется, отзовется, не отзовется, не отзовется. Все, погнали. Так, ну что, друзья, двигаемся мы с моим другом на центр угодий. Вот сюда, вот там болото, вон, где делянки молодые. И все побито канавами. Вон оттуда, вот так сюда. Сейчас мы станем на точку. Начну вабить лосика. Потихонечку, спокойно поработаю. Моя вообще самая любимая охота — вторая охота на волка. Вот я учусь по волку. А лося за 10 лет я уже, друзья, выкурил прям четко. Ну, посмотрим, как это нам дастся. Потихоньку ходит уже, окает. На волка были, слышали неоднократно. Но одно напрягает, что, бляха, у друга моего будет первый лось. И, блин, одно напрягает, что еще пока в пантах. Даже как ценность хотя бы вот трофейная. Ну, пока в пантах, друзья. Большинство. Ну, там будем смотреть. Сейчас вдвоем такую разведку сделаем. Здесь небольшую, час уделю. Если он в охоте выйдет, покажу вам через теплогляделочку. На видео все заснимем. Если нет, переедем на пойму реки. Там место шикарное, работало 100%. Но все, двигаемся. Начну вабить уже там, при болоте. Ugh.
что удалось подманить красавца. Хороший, достойный бык. Да, красавец, друзья. Первый мой бык этого сезона 2024. Красавчик. Уже здоровый. Лопаты. Просто бляхоматерый бык. Красавец. Обалдеть. Пошел. Грациозный такой. Ух ты. Да, друзья, машина. Ладно, ребята, будем уезжать. В другие мы поедем мы в болото на пойму. Первого подозвали, друзья. Все, как говорится, с открытием нас. Ну, за этим стоит приехать. Посмотрим дальше. Будем двигаться дальше. Все, погнали. Так, мужики. Ну что, я очень доволен. Друг мой тоже доволен. Нам удалось подвабить лосика. Лосик был хороший. По мясу прям вообще машинка такая хорошая. По рогам не скажем, там трофейный, не трофейный. Но прям четко вышел, спровоцировался. Мы пошли на него, и он немножко подумал, что как бы может я каким-то более таким оказался сильнейшим на его территории. И он подался, овощный полетел. И подался, короче, друзья, боком. Поэтому передвигаемся сейчас на пойму и попробуем, что на реке. Все, вперед. Так, друзья, ну что, короче, уже, как видите, полная темнота, у нас уже 11 часов, вот, времени. Что получается, выбрались на вторую точку, на пойму, пришли, видели лосицу с лосятами, не успел дружище заснять, на те подделочку, они проходом, мы пока двигались, она вышла, думали бык, потом смотрим, два теленка сзади, провабили, прибежал бык, к нам молодой по широту прибежал, затаился, ломал там, короче, галё, но так и не вышло. Я вабил и самочка, и это, ну, так и не показался. Ну и, конечно же, вы видели на кадрах, конечно же, на пойме очень много лисы, друзья. Здесь убрали сенокос, травки мало стало, лиса вывела выводок, около 5, наверное, 6 лис мы здесь наблюдали. Так что, я думаю, нормально сегодня вылазка, подманил одного быка. В
второго, можно сказать, он прибежал на лабу, но он не показался. То есть, либо не в охоте, либо молодой, может, у меня какой-то голос там погрубее или что. Ломал гольё, но сам с болота не вышел. То есть, уже признаки. Плюс лосица, это по-любому они здесь будут крутиться возле нее. Поэтому, ну, будем двигаться, двигаться. То есть, у нас еще утро, еще завтра вечерка, а может быть, завтра уже и выйдем на охоту по вечерней заре. Поэтому все, друзья. Я считаю, разведка получилась просто бомба по лосю. То есть уделили сколько? Часов 4, наверное, да, почти под 5. Ну и результат сам за себя ничего. То есть, ну, есть лось, уже вышел на вабу. Можно двигаться, то есть добывать. Ну, так что двигаемся и будем стараться добыть. Всем счастливо, всем пока.